Бывшему главе Березовского района Виктору Швецову грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Следователи завершили расследование и обвиняют его в превышении должностных полномочий. По их данным, экс-глава района вместе с коллегой, главой профильного управления, проводили незаконные сделки земельными участками. За 5 месяцев по заниженной стоимости они продали 718 тысяч квадратных метров земли. За нее в бюджет могло уйти 63 миллиона рублей, а попало чуть больше 9. Делалось это так. Сельхозземли переводили в другой статус, сдавали в аренду, а потом подписывали подложный документ, якобы там возведена постройка, что дает право арендатору выкупать землю по заниженной стоимости. Но никаких построек не было, а бизнесмены получали хороший участок по несоизмеримо низкой цене.